Не беспокойтесь. Мои милые дамы присяжные, если бы счастье мое имело голос, оно бы наполнило отель оглушительным шумом. Единственное, о чем я жалею, это что я немедленно не сдал ключ номер 342 в конторку и не покинул город, страну и планету тем же самым вечером. Очень-очень давно. И даже после этого вы знаете, что оно почти еще не начиналось. Мы не собираемся сегодня давать определение вечности. Вы все видите, что не прогневить Господа Бога — вполне разумный подход к жизни. Не вы, мистер Брэди. Если это вы, вас разыскивает мисс Борода. Ничего себе имя для женщины.